Двинули, двинули, давайте быстрее. Так. Интересно, что там такое? Нам отсюда или оттуда? Пока непонятно. О-хо-хо. Опа. Как всегда, на свое мягкое место найдем приключение. Теперь сюда. Ну теперь-то да, понятно, что сюда. А куда? Вот она, прямо как у Лоуренса. Ну вот, а ты сомневался. Тут, наверное, опять охранники всякие и прочая дребедень. Так, ладно, давайте доберемся до туда. Правда, врага на карте не было. Недавно вырыли. Ладно, поищем обходной путь. Да там дерево было. Че искать-то? Эй, это кто, Фавн? Вот это без понятия, дружище. Нам наверх. Так, теперь нам, наверное, вот сюда, раз дерево было. Сюда. Осторожно. Меня терзают сомнения. Это тот самый замок? Не похож он на обиталище крестоносца. Скорее, это Ренессанс. Опять ты ничего не прочитал, Салли? Основа этого замка была заложена в 11 веке, а после его надстраивали. Оу! Офигеть. Чуть не грохнулся. Даже не заметил. Так, окей. Ну и как мы будем тогда здесь проходить? Так, я не знаю, допрыгну я вообще до туда или нет. Может, все-таки есть другой вход? Выход. К сожалению, нет, нам придется там, наверное, скалолазничать. Так, только я ни черта не вижу почему-то. Так, так и так. Что-то там. Здесь мы вряд ли что сделаем. Нам, наверное, все-таки туда прыгнуть надо как-то. Ну, до туда я точно не допрыгну. Эх, была не была. Отлично. Да, прыгнули, оказывается. Ну, тут дело житейское. Фух, ненадежная конструкция. Интересно, а дедок что, тоже прыгает? Офигеть, блин, дедок. Вот он дает. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай прыгнем лучше отсюда подальше. Твоя первая машина. Оберн, 27-го года. Так. А вот он. Перед нами, он здесь заброшен, надеюсь. И никого не будет. Ага. А это что такое? Украшение. Вот пошлость. Хозяин замка барон Готфри был в крестовом походе в 12 веке. По Лоуренсу от первоначального замка остался прямоугольный донжон и сады. Именно там и следует искать то, что Готфри мог принести из Аравии. Ну, отлично. Значит, туда и пойдем. Так-то я уже там приметил, увидел что-то в виде кирпичей. А это ты куда нас тащишь? Куда нас ведешь? Двери, ну, явно. Посмотрим. Ну как? Тут не пройти. Ага, все, вижу. Сразу заметил я эти кирпичики. Красненькие. Отлично. Все, забрались наверх. Теперь у нас длинный прыжок. Прямо в трубу. Опа. Хотя хотел в трубу, ну ладно. Так. А если прямо в это окно? Нет, не хочу порезаться. Так, а мы там куда прыгнем-то? Нам лучше вниз спуститься. Да, точно. Ниже, 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 ниже. Отлично. Выше, выше, выше. Все, забираемся. Ты что делаешь? Забирайся наверх. Ну ты молодец, парень. Ну ты скоро вернусь. Ну да, жду. Скалолаз. Что ты еще хотел? Так.
ладно, тут мы что ищем? Какую-то зацепку, да? Какие-то здесь станки вязали, шили, я не знаю, что здесь сделали. Так, это что у нас тут? Ну да. Швейные машинки, станки. Так, ладно. На, по всей видимости, вниз. Ну, пойдемте вниз. Не настолько вниз. Зараза, больно-то как. Базаришь. Эй, сюда, заперто. Отойди-ка, отстрелю замок. Смотри только поаккуратней с этим. Я не слепой. Ну давайте, чё, искать. Ты как? Так, теперь нам надо выйти в сад. Там будет старый донжон. В сад, говоришь? А, как все запущено. Картина какая-то. Что там? Не идет. Где? Не откроешь. Треклятая балка мешает. Нужен какой-то рычаг. Попробую. А, вон он где. Так, нам сюда, да, получается? Какой-то рычаг. Эй! Что? Помоги поднять. Окей. 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 А, вот здесь. Вот так. Сработает. Ну все понял. Осторожней, тут все сгнило к чертям. Да я уже на себе это испытал. Люстры вроде держатся на противовесах. Да, видимо, так их опускали, чтобы почистить. Так, переходим. Давай, прыгай. Ни хрена не прыгай. Блин. Отлично. Так, ладно. Здесь что у нас? Книжки? Книжки нас, наверное, не интересуют. А что нам дальше делать? Тоже без понятия. А, во! Есть идея. Ха-ха! Неплохо! Да! И? А, все ясненько. Возвращаемся. Ты что, с ума сошел? Эта хреновина вот-вот свалится. Так. И сюда, да? Ну. Как там тебя прыгать-то? Отлично. Все, почти, почти. Здесь вот она, балка. Что мне с ней делать? Так. А, во. Подожди. Нет, здесь ничего нельзя сделать. И балка тоже. Но если сейчас я спрыгну, я попаду туда. А, то есть я должен отсюда помочь. Давай, бери. Хватайся. Ну. Ладно, поехали. Давай. Вот так. Есть. Все, в порядок. Я вошел. Молодец. А куда я вошел? Не знаю. Сейчас проверим. Ты в сад хотел. Что это? Автомат для попкорна? Лол. Охренеть, прикинь. Часы, автомат для попкорна. Теперь надо пробраться в башню. Так, кухня. Кухня. Отлично. Что здесь у нас? Так, давайте сюда пройти. Блин, упал. Или мы упали в совсем другое место. А вот, кстати, в сад выход отсюда.
что, наверх? Ну все, мы в саду. Вон слева окно открыто. Эй, Нейт! Прямоугольная башня. Старая. Да. Она есть в дневнике Лоуренса. Это она? Класс! Спасибо. Гоу-гоу-гоу! Так. Если спрыгнем... Опа. Так, отсюда мы не заберемся, значит, сюда нам. Окей. Окей, окей, окей. О, опять та картина. Да. Здесь можно пройти. Да. Да. Давай. Держу. Берегись. Спасибо. Пройти-то мы пройдем. Нам еще уже как-то надо отсюда выйти. Так, 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 так. А. А мы не этот символ видели на башне? Подожди, я здесь что-то нашел. Да, это наверняка неспроста. Может, тайный ход? В камине? Было бы слишком очевидно. Слишком просто. Эй, посмотри на доспехи. Стоп. У Лоуренса об этом что-то было. Блин, ну ладно. Не получается у нас. А, подожди, а вот же еще есть доспехи. Точно. И этого надо ровненько поставить. Надо развернуть рыцарей в нужные стороны. Да. Знать бы еще куда. Вот сюда. Нет? Ну ладно. Уговорили. Да. Вот, видишь? Четыре рыцаря. Ну... С секирой, щитом, мечом и Моргенштерном. Похоже, это они. И... Так, 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 так. Ну, возьмем с мечом. Он должен смотреть на топор. С щитом должен смотреть тоже на топор. А топор должен на щит. А, все, понял. Короче, щит на топор и меч на топор. Где у нас щит? Вот он щит. Наверняка в этом какой-то... Вот топор. Щит. Смотрим топор. И с мечом. Так, этот не с мечом. Вот он с мечом. А, он и так смотрит на топор. Все, отлично. Дальше что у нас? Топор должен на щит. И это должен на щит. Ой. Топор. Так, этот на щит. И ты на щит давай. Вот. Ага. Ну и ну. Тайный ход. Как всегда, в камине. Так, я толкаю, ты тянешь. На счет три. В смысле, раз-два взяли или раз-два-три взяли? Просто тяни. Да. Нейт? Эй, ты живой там? Да как всегда, чувак. Да, живой вроде. Наверх я уже не залезу. Я пойду туда. До встречи на той стороне. Договорились. Ты там осторожней. Ладно. Всякие жуки. Надеюсь, здесь выход тут есть. Таракашки всякие. Откуда этот звук? Да хз. Наверное, тут пролезу. Я надеюсь, здесь таракан не будет сейчас нас кусать. Давай. Что за... О, блин. Сразу же пролез. Пипец, блин. Это, помните, там мы видели этого таракана-то? О, нихрена себе, еще и под водой.
Пипец. Давай, 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 давай. А, фак. Надо воздуха, воздуха, воздуха. Ух. Здесь нету воздуха? А, нет, есть воздух. А, все, вот он. Пипец, вода такая кристальная, чистая. И ледяная, наверное. Судя по тому, что здесь водопад и... Там свет. Это радует. Ого. Такой обрывчик меня нифига не радует. Так, ладно. Давай попробуем сделать так. Сюда. Опа. Слава богу, выход. Думаю, я смогу туда забраться. Если сейчас тараканы на нас не нападут, то будет все ровно. Так, ладно. Охренеть. Прыгай туда, да, типа. А ты фак. Легче легкого. Ты потом будешь болтать, давай ползи. Опа. Черт. Они где-то здесь. Найдите их! Как они пробили это место? На, хотя они там один. Тоже прочитали. Точно. Блин, что нам делать-то? Так, это ладно, мы уберем. Хотя они все спиной стоят. Тихо ты, блин. Что это? Где это? Кто это? Почему это? Вроде никто ничего не заметил. Фак. Значит, двое на нас смотрят. Да, поставил слепо. А, нет, получится. Смотри-ка, один идет. Кто там? Фак, 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 фак. Какой-то труп! А ты, блин, что я сделал? Труп! Сюда, говню. Фак. А, ты откуда появился? Я тебя сейчас так щелкну. Держите его на прицеле! Ты что, бомба? Вроде попал. Держите его на прицеле. Давай, давай. Ты, блин, откуда ты появился? Нет, такая пушка не проканает. Да фак. Опа! Отлично. Пушку отдай. Все, хорошо. Где следующее? Куда ты побежал-то? Сюда! Блин, а смотри-ка, что творит. Все, да? Он ушел! Нет, зачем? Я здесь. Странно, кто это крикнул, что я ушел? И где он находится? Так. Так. Нам теперь надо как-то... А, вот. Так, сюда, да? Нет, налево. Куда он делся? Фак. Дальше-то что? Блин, печально как-то все. Подожди-ка. Ищите его! Блин, да как так? Взял, умер сам. Ладно, придется опять отстреливаться.
смотри. Стреляет, главное, тихо. Супер. То, что доктор прописал. Иди сюда, ты. Чем можно? А, блин. Цепанул, да, гад? Вот так вот. Лови, понял? Ты че, не касай? Ты, блин, ты запарил уже. Так, вот. Иди, блин, будешь лежать, я там, ты честно приперся. Пушенька. Круто. Не-не-не. Класс. Вот это лучше. Крутяк. Так, все же, почему я там упал и куда я должен был упасть? Непонятно. А ты что здесь заныкался? Вот это я ему трес. Да у них тут целая армия. Пап, еще откуда там появился? Так. Ну и что? А, вот, нет. Нет, все, стрёмно, беспонтово. Точно, палец. Прикончите его! Где он орёт? А, ну да, вот зачем я туда лез. Мне надо туда вообще наверх попасть, да? Блин, а туда как попасть? Найдите его! Вот! Открыл окно, а до этого был закрыт. Лежать, мазафак! Иди сюда, блин, так стрелять умеешь! Опачки! Долго! Ах, твою ты дивизию! Э, ты упал, что ли? Блин, он как-то непонятно. То ли целится, то ли не целится. Не-не-не-не. Акашка лучше намного. Спасибо за подарочек. Да, в принципе, выполнить прицельно. Граната. Это очень хорошо. А, все понял. Тут, конечно, как-то не особо удобно. Могли бы сделать там, я не знаю, правый, второй шифт. Для для того, чтобы бросить гранату. Ну ладно. Как сделали, так сделали. Патроны. Патроны. Тихо. Разойдись! Фак. Херо. Бежим! Да фак. На. Осторожно! Красава. Ух ты! Неожиданно. Нежданчик. Сюда. Да нагнулся. Сколько их тут, блин, там? Опа. Давай. Наш дружище-то попал. Поддал его. Сейчас будем чпокать. Этим образом. О, да. 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 Решил как мог. Так. Еще хочешь, да, мазафакер? Давай, давай, стреляй! Конечно, попасть не будешь, давай. Опа! У Марлоу тут целая армия! Да хрен бы у него! Похоже, автобус приехал! Вот-вот, точно! Вроде приехали на трех там одних машинах. Давайте, мерзавцы! Давай ты тоже, что, под раздачу. Все могут попасть. Кто там такой мелкий, а? Опа!
Опачки. А теперь валим. Красава. Еще один. Найдите их. Персон, ты чё, блин, цепляешься-то? Сюда. Вообще красава. Так, ладно, УЗИ нам не нужен, бесполезная штука. Попался! Куда ты пошёл? Да фак. Ох ты, ни хрена больно. Опа. Ну все. А, вот я ему пробил там. Спину прям. На. Ты когда упадешь? Окей, следующий. Где он? Опа! Пацанчик. Опа! Ну все. Вроде все, да? Патрончики. Здесь нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Попасть не мог, ну ты пипец. Сейчас полетишь отсюда. Вау! Салли, я один не справлюсь. Опа! Ладно. Ну, теперь куда? Не уверен. Может, спустимся? Зачем? Давай лучше поднимемся. Так. Только не ломайся, ладно? Ты уже сегодня столько раз падал, что больше падать что-то нет желания. Так, давай здесь пройдем. Что там блестит, интересно? Какой-то чайник. Чайник. Обратненько. Так, ну здесь... А, нет, здесь что-то есть наверху, да? А, ну не забирается наверх. Ну, блин, ну давай спустимся тогда. Чё ж теперь делать? Чтобы спуститься, нам нужно сюда прыгнуть, да? Здесь что-то высоковато, наверное. Хотя, почему бы нет? Что? Тихо. Опа, что Эй, это? Посмотри. Это еще что? Старый мертвец. Это боец Толбота. Бывший. Но это невозможно. Они только явились. Но что с ним могло произойти? Не знаю, но мне это очень не нравится. Там что-то блестит. А, нет, это... Что там внизу? Давай вниз. Блин, ну ладно. Не хочешь так, давай так. Так, ну что, мы... Внизу... Эй, о, посмотри, Собейское письмо. Где? Постою в стороне, чтобы ни на что не нажать. Хорошо. Фак. Так, ну это мы уже прошли. Лоуренс про это не писал? Посмотрим. Сделали. Чё-то я ничего не вижу такого, что... Так, давайте посмотрим вообще, что за знаки там. Может, по ним надо пройти в нужном порядке? А, XXPP. Все, там что-то было такое подобное. Где-то здесь, вот оно. Так, P, 3PP, 2XX и какие-то крючки 4. 3PP. 2XX.
С какой стороны начинать проходить-то? А, ну вот с этой стороны получается. Должен быть маршрут. Вот. Наверняка надо пройти по плитам в нужном порядке. Два. Блин. Три. А, нет, подожди-ка. Если пройти... Три ПП, два ХХ. Как попасть-то туда? А вот, все, понял. Раз. Два. Три. ПП. 2XX. Раз. Два. Ни хрена не получается так. Ну-ка. А, все понял. Вот отсюда надо начинать. Вот сюда встали. И пошли. 3PP. 2XX. 4 этих, 3XX, 4PP. Так, 1XP, 2P, 3P, 2XX, 4 этих. Получается, нам вот сюда, да? 2XX, потом 1, 2. 3. А, после этих, что у нас там? 3XX. 4. Потом 3XX, как взять-то? Потом 4PP. 1, 2, 3. И 4PP. 1, 2, 3, 4. Пришли. Блин. Ничего не понял. А почему сейчас работать начал? Так, блин, там же написано, что надо идти... А, да, все правильно. 4PP, 3XX. Окей. Ладно, пойдемте. Да, блин. Все. 1, 2, 3, 4... ПП, 3XX, 4 этих. 1, 2, 3. Короче, я также шел, только в обратном направлении. Есть. Пройдите по плитам в правильном последовательности. А я что, неправильно, что ли? Все же правильно это. Сейчас у нас 4 было, правильно? Правильно. Сейчас 2XX и 3PP. 1, 2, XX и 3PP. Все. 1, 2, 3. Ура! Получилось! Пипец. Голяволёмка. Целая библиотека здесь. Какие-то мешки. Хоть глаз выколи. Вообще посвети-ка. Сейчас. Серьезно, не видно. Прям даже чуть-чуть не видно. Ну, чуть-чуть видно. Но не так сильно видно, как хотелось бы видеть. Похоже на старинную лабораторию. Салли, мне нужен свет. Сейчас. Давай быстрее. О, он там свет включил. Интересненько посмотреть. Ну да, ничего такого.
Лаборатория алхимика. Погоди-ка, ничего не напоминает? Да, жуткое логово Марлоу, если подумать. Салли, это лаборатория Джона Ди. Что, здесь? Во Франции? Он нашел нить, ведущую крестоносцам, как и Лоуренс. Эй, посмотри. Что там? Сабейское письмо. Что это за символы? Похоже на вычисление. Тут надпись на енохианском языке. Сможешь прочесть? Попытаюсь. Алтарь охраняет вход в преисподнюю. Он вызывал духов с помощью магии. Да, или за алтарем скрыт тайный проход. О, точно. Подсоби-ка. Давай, сейчас мумии еще нам не хватало здесь. Но ты посмотри. Хитрый старый жук. Спасибо. Не ты, Джон Ди. О. Ты тоже хитрый. И старый. Че, вниз? Го вниз. Ну пошли. Дай зажигалку. На. А, так-то лучше. Сколько можно? Когда ты уже начнешь носить при себе спички? Не понял. Блин. Пауки. Где вы, пауки? Надеюсь, их здесь не будет. О, ни хрена себе здесь. Ух ты. Хотели никого туда не пускать. Или оттуда. Ну-ка, помоги мне. Наверное, оттуда. Я держу. Вот так. Пипец, дверь. Ребят, семейный склеп. Может, это твой Готфри тоже здесь? Если он что-то и знал про Атлантиду песков, он унес это в могилу. Значит, ищем могилу. Именно. Так, ну, вот она, что-то. Что это? Древняя викторина? Впечатляет. Да. Да. И что мне делать с ним? Коняшка. Странно, да? Не, реально, а что делать-то с ним? Ты хоть подсказку дай. И этот нельзя открыть. Так. Да, вот. Теперь подсказка другая. Посмотрим. Похоже, он искал решение, но не закончил. Ну как? В этих склепах его нет. Нет. Нет, его могила спрятана. Смотри внимательней. Так, что это у нас? Получается, орел стоит на 2 икса, слева восьмерка, справа это хрень. 2 икса, слева восьмерка. Орел стоит 2 икса. Чё-то я не вижу этих. А, во, все, нашел. Вот иксы вижу.
Восьмерка вижу, но он почему-то внизу. Вот. Так, да, получается? Блин. Непонятно пока. Ну-ка еще раз. Два икса наверху, восьмерка слева. И эта хрень справа. А проще говоря, орел получается тут, коняшка чуть выше, да? Так можно сделать просто и все. Орел значит правильно, а коняшка туда. Так, ладно. Где у нас коняшка-то? Да подсказку, уйди отсюда. А, нет, коняшка. Так, все, и коняшка сюда. Вот. Остался эта хрень. А, ни хрена, там еще же есть. Да. Даже не знаю, что сказать. Ну-ка. Коняшку мы поставили, орел мы поставим. Что тут еще? Может, где-то там в начале была подсказка. Здесь что у нас? Нет, не то. Что-то нет здесь больше ничего такого подсказано. Все очень печально. Ладно, сейчас пройдемся, посмотрим. Так, орел и коняшка. Вот он орел, вот она коняшка. Остался лев и там еще кто-то. Блин. Это еще что у нас тут? О. Хрена, там еще какой-то овраг, что ли? Что это такое? А вот знак какой-то. Непонятный знак. Ну-ка, а там. И здесь тоже знак. Ну и головоломка, конечно, так сказать. А, вот, так, получается, тигр и знак. Ну-ка, там есть что-нибудь такое? Фак, так он так и стоит. Блин. Да-да, этот знак. Так и стоит. Так, а там что у нас? О, это что за хрень? Непонятно, ладно. Так, а здесь у нас восьмерка. Восьмерка и орел, правильно? Восьмерка рядом, орел рядом. Давай-ка вот. Если восьмерка рядом. Орел рядом, так что ли тогда поставить? Его?
тяжелый случай. Нет, то, что тяжелый случай. Мега тяжелый случай. Давайте еще раз посмотрим. Ну, в принципе, да, все так стоит, как нарисовано. Коняшка и орел рядом. Восьмерка слева, два икса сверху. Два икса сверху и этот снизу. Все так оно и есть. Дальше что? Ты мне подскажи. Ходишь тут без дела. А, ну-ка, что там он переливает? Смотри-ка. Цы. Восьмерка. Блин, как смотри? А, вот. Цы, восьмерка. Что там еще было? Два икса. Все, я понял. Вот она головоломка, мазафак. Так, это у нас то, лев, да, пусть будет. Значит, здесь должен быть вот такой знак, да? Если сюда встать. Здесь такой же, что ли? Так, слева должен быть вот такой знак. Да я понял уже. Эй! Смотри, в свете факела на полу что-то блестит. Да я понял. Символ меняется, смотря где встанешь. Да. Так, ладно. Прошу прощения за такую вот немножко тупизну, но тем не менее я все-таки впервые угадал, чем мне подсказали. Да. Понял. Молодчина. Да. Заманчиво. Чё заманчиво? Осторожней. Полезно. Полагаю. Привык, что он самый. Целые эти ворота открывают. Ух ты. Что там? Что там? Ух ты. Что ты ухтаешь? Это оно. Вот, подержи. Ага. Это какой-то амулет. Тут надпись. Пойдешь по стопам Ланселота? Ага. Сабейское письмо. Это из древнего Йемена, да? Да. Там в 16 веке должен был оказаться Дрейк. Может, название города? 3000 лет назад? Нам нужен текст целиком, иначе все без толку. Надеюсь, другая часть в Сирии. Может, Катар и Хлои ее найдут. Так, чё, все? Вот ради вот этого? Фак. А тут сейчас с автоматом. Стоп. Я бы не советовал. Черт. Превосходно, господа. Харрис, забери у мистера Дрейка артефакт. Да, Харрис, попробуй. Стоит ли из-за этого умирать? Ваш друг так не думает? Отдай, Нейт. Что это? Господи. Что за черт? Стой на свету. Забери. Живо. Сдается мне, ваш факел гаснет. Желаю удачи. Ну и мерзавец. Согласен. Пошли. Надо скорее выбираться. Держись рядом. Блин, пауки так-то везде могут. Черт, факел гаснет! Остерегайся, тени. Нужно выбираться. Стой, туда.
давай, давай. Давай, ну. Давай, факел, бросил главное. У меня не забудь. Помоги. Так. Вот, давай. В смысле, это еще не все? Фак. Да их тут пипец. Дали, проклятие. Где я? Дали, шевелись, живо. Я бегу. Сали, быстрее! Надо было остановиться в одном месте. Сали, проклятие! Давай, беги! Сали, шевелись! Живо! Опа! Опять штурм! Сали, быстрее! Дубль три. Сали, проклятие! Давай. Сали, шевелись! Живо! Он еще тормозит меня, гад. Давай, 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 я же не знал, что ручку. Сали, быстрей! Сейчас буду знать, сейчас буду знать. Еще вот эта вот камера неправильно как-то стоит. Сали, проклятие! Сали, шевелись! Живо! Кыш, кыш, кыш. Так, кыш, я сказал, кыш, 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 кыш. Боже, с потолка лезут! Охренеть! Давай, беги! А я что делаю, походу? Ты чего, шустрые твари? Да блин, ты где же нормальная камера-то? Так нечестно просто. Давай, Нейт! Они реально больно быстро бегут. Наконец, нормальная камера. Сюда! Я помогу! Прыгай! Прыгай! Сними их! Сними! Все, порядок. Моя очередь. Повернись. Все путем. Ты живой? Да, вроде да. Туда мы больше не пойдем. О, да, я поддерживаю. Там уже делать просто нефиг.